дуже довго тягнеться це вся біда. Понимаєш, дуже тягнеться. І вже, напевно, по-моєму, вони самі не знають, що робити і як це закінчити. Він же пішов в Сирію. Ну, да. А в Сирию пошел для того, чтобы тут трошки разгрузиться, понимаешь? Угу. Вот. Ему верить не можно. Він не хороша людина. Це ж КГБіст і ФСБ. Що можна балакати? Ну КГБ. Що балакати? Добрий вечір. Вот. Поэтому ему нельзя было быть у власти. У власти должен быть человек непричастный к КГБ. Ни в какой стране. Понимаете? Я не против него, Путина, ничего не имею, я его не знаю, но я просто поступки его нехорошие. Вот и все, как человека его не знаю. Но если от него дочери отказались, то что дальше балакать? Ну, там все семейное дело, то не будем касаться этого. Но, понимаете, надо все-таки... Вину Сирии кричить нельзя, Сирию делить, а нас можно. И в других странах вот это расслоение делать можно. Вот это беженцы, вы думаете, кто? Це він. Он начал робить вот их, как они, вот этих нерусских. А Индия сказала, что нет, мы не будем поднимать народ и воевать. Все, не получается. Мало людей. Так и все в этих. Чего же в Россию не идут они? И только в Германии, потому что Германия, это, президент не соглашается на его уступки. Вот и все. Тоже простой парень. Это я таке можу сказать, вы не можете такое сказать, наверное. А я могу, бо я чую, 23 года слухаю всех. Я трошки политик. Если так вот честно. Я всех слушаю, сейчас уже меньше стали, уже такие вот перемирия. Оно не перемирие, я даже не знаю, что оно такое. Подготовка к чему-то, больше ничего. А перемирие, как он сказал за границей, 1,5 года идет война, это сразу не можно кончить. Слушаю политологов русских и наших, то же самое говорят, что 1,5 идет война, за 1,5 года. Как? Да столько ж вам надо. 1,5 года, что мало закончить? А он у власти должен 3 года быть. Вот и все. И вот вопрос. А если еще выберут, то и умирать будет, пальцем будет так работать. Вот и все. У него же горе денег. Причем не его, а за Уральский, то тех людей деньги. Потому что за Урали нефть и все там. Не Москвы. То, что они присоединили всю территорию и площадь теперь нефть и газ, это не российское. Это тех людей. А те люди передали, значит, 8 миллионов одиноких, таких как я, женщин, которые живут там, где страшные снега, морозы, что заносят хаты. Им купить не за что дрова. 5000 стоит машина, а она получает 6000. Там тут 7, тут 8. Ну, уборщицы же нужны, они мало получают, правильно? Медсестры нужны, они мало получают. Ну, есть много таких работ, что мало получают в ЖЭКах. Вот. Поэтому они меньше, маленькие пенсии. Так ты же, а один показывает, говорят, за сколько-то миллионов часы. А где он их заработал? Его расстреливать надо уже без суда и следствия. Ему, кажется, отдал бы людям этим, мы бы 7000 или сколько отопили. А тоже Путин тоже. Кажут, газ продает за границу, а мы без газа и без воды. Як це так? А у одних йде газ. Знаете, слушать страшно, честно говорю.